Профессии нужные и интересные, профессионалы востребованные. По статистике последних лет больше половины выпускников школ идут не в институты, а в колледжи. Учреждения среднего профессионального образования перспективны с точки зрения получения прикладных знаний и ориентированы на рынок труда. В Щелковском колледже готовят профессионалов более чем по 50 специальностям. 19 октября все 8 структурных подразделений приняли участие во Всероссийском едином дне открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Центральной площадкой стала СП номер 4 в Первом Советском переулке, где в этом году открылся образовательный кластер «Топливно-энергетический комплекс». Дни открытых дверей теперь проходят по-другому, не как раньше. Школьникам рассказывают о преимуществах не столько учебы, сколько уже будущей работы на конкретных предприятиях. Именно образовательный проект «Профессионалитет» максимально тесно объединяет работодателей и учебные заведения, чтобы подготовка была заточена под нужды конкретных предприятий, а молодой профессионал пришел и сразу начал работать. Сейчас сумасшедшая поддержка колледжа со стороны работодателей. Ребята очень востребованы, у ребят огромный выбор. Они в буквальном смысле на расхват. И сейчас вот в эти дни открытых дверей у ребят есть возможность напрямую обратиться к руководству компании, потому что в эти дни к нам приезжают именно руководящие сотрудники. В кластере «Топливно-энергетический комплекс» основной партнер и работодатель – крупнейшая областная электросетевая компания «Мособлэнерго». На дне открытых дверей с ребятами встретились представители и Щелковского филиала, и головной структуры. У нас цель одна – как можно больше привлечь студентов на наше предприятие, так как у нас действительно предприятие большое, присутствует на всей территории Московской области, поэтому… Очень хочется, чтобы наши студенты приходили к нам на работу, трудоустраивались и приносили пользу государству и стране. Щелковский колледж много лет успешно сотрудничает с Мособлэнерго, и профессия энергетика – одна из самых востребованных. Студенты идут работать на предприятии уже с третьего курса и остаются после выпуска. Качество образования подтверждают конкурсы профессионального мастерства. В этом году компания впервые провела соревнования среди студентов, которые обучаются по электротехническим специальностям. Всего один балл наш колледж уступил победителю, заняв второе место. В рамках единого дня открытых дверей для школьников, многие из которых пришли с родителями, провели мастер-классы и профессиональные пробы по специальностям, которым обучают в колледже. Под руководством преподавателей и студентов-старшекурсников они смогли своими руками выполнить несложные работы, которые потребуются в будущем уже на рабочих местах. Можно было попробовать разные профессии, чтобы сделать правильный выбор. Я резал трубу, после чего расширял ее, чтобы надеть на другую трубу. Нравятся мне трубы и все такое. Плюс у меня отец по этой специальности работает, и помогать ему с этой работой было бы здорово. Сегодня в Щелковском колледже учатся более 4700 студентов. Год от года эта цифра только растет, в том числе и по результатам Дня открытых дверей. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.